Всем привет! Пока я закрывала нашу гильзочку и замыкала дом, мои уже убежали далеко, я их догоняю. Кто не знает, ко мне приехала сестричка, и у нас сегодня первая прогулка с Беллой на поводке. У нее уже все прививки, даже мы выдержали такой, знаете, немножко период, да, послепрививочный, и теперь можно с ней гулять. Да, догнала. Все, поснимаем сегодня для вас интересное видео, как Белочка будет гулять. У Люси большой опыт в этом. Да, сейчас Люсины еще очки, да. У Люси большой опыт, у нее две такие большие собачки у Люси, поэтому она ходила в кинологическую школу и не в одну, поэтому будет. Белочку нашу немножечко учить ходить на поводке. И вот пока Люся здесь, немножко будет ее тренировать. Так что сегодня будет интересно. Оставайтесь с нами. В очках, извините, потому что ну, очень яркое солнце. Я щурюсь, мне кажется, в очках даже немножечко лучше. Не думайте, что как-то я неуважительно отнеслась. Вот. Белочка. Все, она вообще легла. Вот так вот проходят теперь такие у нас первоначальные тренировки. Но она идет хорошо. Вот мы с ней уже прошли несколько улиц. Она отлично идет. Молодец, Белочка. Есть и щенки, которые тянут. И такие, знаете, неуправляемые. А Белочка спокойно ходит. Вон, вооружились очками, кепками. Идем на канал. Пошлите, посмотрим, как Белла отнесется к большой воде, да, потому что я знаю, она воду любит. Интересно, что она сделает при виде, ну, маленькая такая у нас речка, у нас с центрального водохранилища Краснодарского спускают воду, и здесь у нас канал. Вот. Поэтому пойдемте посмотрим, как отреагирует. Ага, Баграм рассказывает, как Белла купалась в бассейне. Смотрите, как отлично идет. Молодец, Белочка моя. Дошли мы уже до канала. Вот такая здесь водичка. Ну, достаточно, знаете, ну, как такая мини-речка. Кстати, говорят, что она глубокая. Не знаю, не проверяла. И вот сейчас хотим посмотреть, как Белочка отнесется к воде. Но здесь очень такой, знаете, явный спуск, там, конечно, лестница, но сложно спускаться. Наверное, пройдемся чуть дальше, там был более такой покатистый, знаете, такой мягкий спуск. Пройдемся, поищем. О, она вон в траве закопалась. Речки. Да, дошли мы, но Белла, по-моему, решила просто полежать в прохладе. Да, пацаны взяли с собой хлеб, говорят, будем уток кормить. Ну, уток нет, может, хоть рыбки поедят. Да, пацаны? Да. Да. После его рыбачить хорошо. Такая прогулка у нас сегодня, да? Белочка! Белла, красавица моя! Люди, как всегда, не буду называть. Нет, ты кому хлеб взял, уточкам или себе? Это ужас. Невозможно даже погулять. Это вот буквально вот дома, и вот сами же, наверное, приходят. Не знаю, кто это все время делает, и везде вот это срач, извините за выражение. Ну как так можно? Это утки, да? Ой, да, Белик. Решили тут стоя по ступенечкам спуститься. Белла легла на ступеньку и просто пытается нырять. Она делает вид, что она умеет плавать. Что там ногами болтыхает, этими лапами. Она нырнула. Ныряет. Смотрите, что делает. Ей нравится, она любит. Пока еще она, наверное, не знает, что она умеет плавать. Если бы она это знала, мне кажется, мы бы ее уже не удержали. Она бы уже, наверное, все. Поплыла бы. А так она просто легла на ступеньку и пытается грести передними лапами. Острекоски какие красивые. Белочка, намочив живот, полежав в водичке, решила, что нужно вытереться об траву. Да, Белочка. Но этот мусор, конечно, он портит просто всю картину. Ну как так можно? Я не понимаю. Ну это ужас просто. Не знаю. Это сразу, знаете, портит, во-первых, весь вид и... Ну, даже не собаку знаю. Не да, даже собаку не выгулишь, потому что везде боишься да, за какие-то осколки, бутылки, недоедки, пакеты. В общем, глаз да глаз. Белочка, красавица. Очень, очень.
Так, нужно научить не реагировать и не гавкать, когда гавкают другие собаки. Все, мы дома. Она еще по пути успела влезть в лужу, в грязь, не успела вам это заснять. Вот, и сейчас она будет с Гильзой делиться впечатлениями. А Гильза обиженная, что ее с собой не взяли. Сидит скромняга моя, да? Гильзочка, красавица, обиделась. Зато Белла довольная, замоталась за мангал. Да, понравилась тебе прогулка, Белл? Ай! Ой, господи! Клуша! Не рассчитала, что она на шлейке. Прогулка получилась недолгая, но первая, мне кажется, для первого раза самая нормальная. По времени мы, наверное, где-то минут 20 гуляли. Теперь все, пусть идет отдыхает. Ну да, новые впечатления, новые запахи. Все, пусть идет отдыхает. Гильза ей рассказывает о своих впечатлениях, да? Гильзочка, красавица. А с тобой примерно через месяц будем гулять. Как сделаем еще одну прививку. Убирай лапку, лапку убирай. Убирай, Гильзочка. Ой, ой, господи, красавица. Ты усилила.